В Ненецком округе состоялась презентация сборника воспоминаний жителей региона в годы Великой Отечественной войны. О том, как прошло мероприятие, расскажет мой коллега Василий Хатанзейский. Под громкие аплодисменты зрителей началась презентация сборника воспоминаний жителей Ненецкого округа об их детстве и юности в годы Великой Отечественной войны. В этот сборник вошли 57 воспоминаний наших земляков, которые пережили в тылу здесь, в Ненецком автономном округе, сложное военное время и рассказывают об этом времени своим землякам. История написания сборника началась достаточно давно, еще 20 лет назад. Первооткрывателем этой темы является Тамара Андреевна Дуркина, которая издала небольшую книжечку, мы ее даже называли брошюркой «Война прошла через Калюш». Осознание ценности этой книги пришло спустя фактически 20 лет. Сегодня мы понимаем, какой материал здесь для патриотического воспитания молодежи заложен и раскрывает, собственно, историю города Нарьян-Мара. Сборники будут распространены в музеи, дома культуры и учебные заведения округа. В наше время очень важно сохранять и передавать будущему поколению историю наших предков, которые подарили нам победу. Василий Хатанзейский, Леонид Шишилов, телеканал «Север».